У нас выходят уроки, выходят после в записи. Так что вы можете в YouTube посмотреть все наши уроки. За все годы, более 6 лет проходят уроки. Мишле сегодня 14 глава тоже мы будем изучать, потому что сегодня 14 мая. Уже Вайкра существует более 6 лет. Более 6 лет, и за 6 лет было только моих уроков больше, чем 1700 уроков. Представляете, все они есть практически на YouTube. Большинство из них есть на YouTube. На сайте Вайкра, то есть мы учимся конкретно много, и Тора реально меняет жизни тех, кто ее изучает уже много лет. Вот, например, Максим Перенчук уже тоже, наверное, лет 5 он учит Тору, да, с нами, может, 4. И, значит, может он подтвердить, насколько позитивно Тора влияет на его жизнь. Потому что если ты строишь свою жизнь по божественным законам, советам, то, конечно, ты можешь рассчитывать на то, что Бог будет тебе помогать. А если ты строишь свою жизнь по своим каким-то выдумкам, задумкам или по советам каких-то людей, непонятно, где они их взяли, то и результат будет непонятный. Непонятно. Хорошо, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем книгу Бамидбар. Это четвертая книга Торы. В пустыне переводится название. Бамидбар – это в пустыне. То есть мы знаем, что есть... Моше Рабейну записал 5 книг Торы, 5 книжек. Первая книга называется Брейшит. В начале в ней рассказывается о, значит, о сотворении мира и до момента, когда Яаков и его сыновья спустились в Египет. Вторая книга называется «Шмот», «Имена». В ней рассказывается история, как еврейский народ в Египте, значит, был в Египте и вышел из Египта. То есть, его еврейский народ был в Египте 210 лет. 210 лет. И, значит, вышли из Египта. И третья книга «Вайкра» мы учили. «Вайкра» и «Возвал». Это книга о святости. Это книга о том, как устроены все законы, связанные со святостью, как устроен Мишкан, это был передвижной храм в пустыне, жертвоприношение, что такое вообще святость и как с ней взаимодействовать. Это называется книга Вайкра. И возвал, это была третья книга. И четвертая книга называется Бамидбар в пустыне. Она рассказывает о 40-летнем периоде в пустыне до захода в землю Израиля. Значит, вот мы начинаем ее изучать. И сказал Бог Моше в пустыне Синай, в шатре Откровения, 1 числа месяца 2, 2 года после выхода из земли египетской. И сказал он так: посчитайте всех, всю общину сынов Израиля по семьям, по домам отцов, Бамиспар Шемот, прямо по именам, каждого мужчину посчитайте в отдельности. Значит, от 20 лет и выше, каждый, кто идет в армию, то есть в армию брали от 20 лет и выше, Тевкиду там, их всех нужно было посчитать, переписать, по их, по войскам их, да, как они, как военная это была организация, Атава Арон, ты, Арон, посчитайте. Значит, уже отсюда у нас возникает несколько вопросов. Возникает несколько вопросов, почему их пересчитывать начали... Вот они вышли из Египта, мы помним, они вышли 14-го Нисана. 14-го числа месяца Нисан, они вышли из Египта, это Песах, мы празднуем Песах. Потом они на следующий год, 1-го Нисана, это первый месяц, 1-го числа, поставили мешкан, поставили храм передвижной, его осветили, начали на нем приносить, в нем переносить жертвоприношения. Аарон стал первосвященником, то есть провели всю работу, включили мешкан. А посчитать сынов Израиля сказали 1 числа 2 месяца. Мудрецы, которые изучают Тору, они понимают, что в каждой букве, в каждом предложении, в каждом... нюансе скрыты огромные-огромные смысловые пласты. И какой здесь скрыт смысловой пласт? Оказывается, удивительно. То есть, как бы это структура мира. Тора – это структура мира. Так устроен мир, духовный мир, вообще мироздание.
И когда ты понимаешь, оно как бы проецируется на наши жизненные законы. Надо было подождать 30 дней, пока, чтобы убедиться, что божественное присутствие есть в этом мешкане. 30 дней – это тот срок, через который понятно, что что-то стало уже постоянным. И когда божественное присутствие стало постоянным в этом мешкане, в передвижном храме, тогда начали уже другие действия, начали считать сынов Израиля. Теперь, какое это имеет отношение к нашему, к нашей жизни? Вот, например, человек приезжает в город. Приезжает он в город, поселился он в каком-то районе, а в этом районе живет человек, который взял обет, что он не получает никакой пользы от жителей этого города. С какого момента тот, кто переехал в город, считается жителем города? Оказывается, по Торе, с 30-го дня, после того, как он прожил 30 дней в городе, он житель города. Ты, например, человек, кто-то купил квартиру, и он заказал мезузы. Он должен повесить в эту квартиру мезузы. На косяках двери дома повесить мезузы. Сколько дней он может их не вешать? За границей это 30 дней. То 30 дней это тот срок, который, через который уже что-то становится постоянным. Поэтому я всем советую, кто хочет внедрять в себя какие-то привычки, начинать с 1 числа месяца и идти до 30-го по чуть-чуть, делать. На 30-й день ты уже знаешь, что у тебя уже выстроилось какое-то постоянство внутри. Еще я сейчас вспомнил один момент в Торе, где этот закон, он имеет свою проекцию. Например, есть такой закон, когда наступает зима, да, начинают читать после Суккота в молитве, меняют там в одном месте благословение, и если летом мы говорили, значит, сейчас. Если летом мы говорим, что Бог, который дает росу, да, то летом мы, то зимой мы говорим Машива Роху Марита Гешен, тот, кто дает ветры и идут ливни, идут дожди. Теперь, если человек, он сомневается, то есть он думает, как же, может, я сегодня машинально сказал, как летом, уже надо поменять было эту вставку, и надо было уже говорить, ну, зимой начинается уже вот этот вот период, когда надо говорить, который дуют ветры и падают дожди, и ты думаешь, а вдруг я сказал про росу? И человек не может понять, или он машинально сказал, как было летом, или он же все-таки уже сказал, как надо было сказать. Закон такой. Если это происходит в 30 днях после того, как поменялась эта вставочка, то он машинально, скорее всего, сказал, как было летом, и надо тогда поменять. Если же это уже прошло 30 дней с момента, как он начал это говорить, значит, он сказал правильно. То есть мы считаем уже, что он сказал правильно, машинально. То есть за 30 дней происходит изменение. Значит, вот здесь, поэтому именно на 30-й день Бог сказал пересчитать их, и они начали подсчет. Это вот первое такое интересное, что мы здесь учим. Дальше идет интересный момент. И сказал, значит, Бог сказал, чтобы вместе с Аароном и вместе с Моше Рабейну счетную комиссию, те, кто считают, знаете, как есть, вот когда считают сейчас перепись населения, там есть какая-то счетная комиссия. И тут Бог сказал: и будут с вами вместе от каждого колена, было 12 родов, как вы знаете, один из глав Бет-Авотав, значит, один из глав колен. И вот имена тех людей, которые будут с вами вместе участвовать в этой вот счетной комиссии. Колено Реувена, Элицур бен Ждеюр. Значит, чтобы было понятно, еврейские имена в Торе, вот мы читаем там Элицур, да, такое странно звучащее имя, Элицур, его звали. Элицур бен сын Ждеюра. Ну, такое имя, да, непривычное, для, особенно для европейского, для русскоязычного гражданина. Теперь, но если мы переведем это имя, то окажется, что перевод этого имени Элицур, его звали вот так, если мы понимали иврит, и переводили полностью на русский, да, то нужно было бы писать Элицур, Бог мой скала, его звали, тебя как зовут? Бог мой скала, меня зовут,
А папу твоего как звали? Шеди Ур. Бог мой свет. Значит, меня зовут Бог мой скала, а папу моего звали Бог мой свет. Это имя имеет перевод. Понятно, да? Колено Шимона, как звали главу этого колена? Шлуми Эль. Шлуми Эль звали его. А папа его как звали? Сын Цури Шадай. Значит, его тут, опять же, у них у каждого в имени было имя Всевышнего. Мы знаем, что есть много имен Всевышнего, которые обозначают правление Всевышнего. Значит, Шлуми Эль переводится совершенство мое или шалом мой, да? Ну, совершенство, полнота. Шалом – это совершенство и полнота. Или можно мир мой перевести, да? Шлуми – это мир мой Бог. Меня зовут. Как тебя зовут? Мир мой Бог меня зовут. Вот так. А папу твоего как звали? А папу звали Цури Шадай. Скала моя – Бог. То есть до этого было до этого Бен Ждиур. Ждиур – это наоборот. То же самое имя, только состоящее из двух имен. Только наоборот. Бог мой свет. А, тут была Цури Шадай, тут скала мой Бог. Вот так. Значит, тебя как зовут? Мир мой Бог, а папа твоего скала мой Бог. Интересно. Колено Иуда. Колено Иуда. Значит, как звали главу колена? Нахшон бен Аминадав. Значит, как переводится слово Нахшон, я не знаю. Нахшон. Не знаю, как переводится. Сын Аминадав, народ мой, Надав, это Надив, это, ну, дающий, добрый, народ мой добрый. Папу звали народ мой добрый, а его звали Нахшон, сын народ мой добрый. Колено Исахара, значит, вот колено Исахара звали главу колена именем, которое сегодня используется. Звали так его. Как тебя зовут? Натан Эль, дал мне Бог. Или данный Богом. Натанель. Тебя как зовут? Данный Богом. А папу как звали? Бен Цуар. То не могу перевести. Цавар — это шея вообще. Похоже по написанию на шея. Сын шеи. Может быть, папу его назвали шея. У него была большая шея, может быть. Но, как бы, на первый взгляд, вот такой перевод. И так далее. Значит, почему мне нравится эта глава, мне очень сильно запомнилась. Потому что в этой главе колено Йосефа. И у колена Иосифа было два сына, которые поднялись на уровень всех остальных глав колен. И главу колена Ефраима звали Элишама бен Амиуд. Звали его «Бог меня услышал», сын Амиуда. Народ мой от это, от, ну как сияние, от можно сказать такое, сияние большое, да, народ мой сияние, Амиуд. Почему это, я запомнил это имя сильно? Когда-то, когда я только начинал учить Тору, это был первый год, как я приехал в Израиль, я учился в Ешиве, я пошел на урок Рава Ицхака Зильбера. И он на уроке объяснял вот эту главу, а моя жена в это время была беременная. И он, когда объяснял эту главу, он говорит такую вещь, он обратил внимание даже глубже, то есть не просто на имена. Он говорит, смотрите, по именам глав колен, видно, о чем думали их родители в Египте. То есть родители же дали им эти имена. И тут имена родителей, а они же вышли из Египта всего год назад. Значит, эти имена давали когда? В Египте, когда они были еще в рабстве. То есть еще Моше Рабейну не пришел, а у них уже были такие имена. Он говорит, видно по имени, которое родители дают ребенку, о чем они думали в тот период времени. И он так показывает на меня. И говорит, вот, например, ты, значит, зовут тебя Амиуд, к примеру, да? И ты живешь в Египте, ты в рабстве, тебе тяжело. И ты молишься и говоришь, Бог, пожалуйста, освободи меня из рабства, освободи меня из этого, выведи меня на правильный путь. Я хочу в Иерусалим, хочу в Израиль, хочу жить, учить Тору, все. Вот ты об этом молился, и потом, бах, у тебя рождается ребенок. А, хочу ребенка, хочу сына, там, чтобы у меня был сын. И, значит, как ты сына этого назовешь, который родился благодаря твоей молитве? Элишама, Бог меня услышал. Я думаю, у меня жена беременная, думаю, вот если... А он действительно повторил мою молитву, как я молился в Москве, прям слово в слово. Вот прям реально, как
Я так молился, и он прямо как-то на меня так посмотрел и слово в слово повторил мою молитву. Я думаю, ну назову точно Элишама. Если действительно у меня сын родится в Иерусалиме, все, назову Элишама. Так и получилось, у меня родился сын Элишама. Ну вот сейчас ему уже 22 года. Значит, это имя моего сына Элишама. Потом он показывает на другого парня. На другого парня и говорит, колено Дана, например. Вот звали в колене Дана, звали главу колена Ахиэзер бен Амишадай. Значит, брат мой поможет, брат мой помогает, Ахиэзер, брат мой помогает, сын, а папу звали Амишадай. Он показывает на другого, говорит, вот ты, например, да, ты живешь в Египте, в рабстве, тебе так тяжело, тебе, значит, вообще, у тебя родился ребенок больной, значит, ты вообще молишься, плачешь, как я буду содержать, ребенок болеет, то болеет, потом, значит, родился, и тут тебе начал брат помогать, начал тебе брат помогать, и брат тебе во всем помогал, и родился у тебя сын, значит, как ты сына назовешь? В честь брата, брат мой помогает, Ахиэзер, чтобы все знали, что брат тебе помогает, тот вообще белый стал. Рав Зильбер его видел первый раз в жизни. Это был парень, который только приехал в Ешиву. У него первый ребенок был болен. Он, родовая травма там очень, ну, он был прикован к инвалидной коляске. У него были какие-то очень большие проблемы. Ему все это время помогал его брат. Обеспечивал, помогал там и так далее. И он, значит, вообще просто очень удивился. Потом у него, как и в это время жена его была беременна. Не в это время, через год где-то. Его жена забеременела. А он тоже это запомнил. И он пришел тогда, его жена пришла, значит, к Рав Зильберу и говорит, что нам, сына Ахиэзер называть? А он хотел сына Ахиэзер назвать. Рав Зильбер говорит, почему Ахиэзер? Это имя не используется. Элишама это имя очень редко. Это как, там, я не знаю, назвать ребенка Святослав там, или какое-нибудь, ну вот, такое имя, знаете, древнее, там, древнее какое-то имя. Элишама, но оно иногда встречается. Элишама такое где-то одно там на... Я не знаю, на миллион, может быть, если Элишама один на миллион. А Ахиэзер вообще не встречается. Это имя вообще не используется, оно не очень красиво звучит на иврите. Ахиэзер. Так его жена пришла спросить. Рав Зильбер говорит, почему Ахиэзер? Откуда вообще вы взяли такое? Она говорит, так вы же сами сказали вот мужу тогда на уроке. Он говорит, я не помню, называйте как хотите. И они назвали ребенка Элияу. Вот этого парня зовут Элияу. То есть... Тора, она дает некую такую очень сильную проекцию. И действительно видно, о чем думали родители, когда рождались дети. И в принципе, дети, которые рождаются, это следствие того, о чем думали родители. Мы сейчас, пока мы хумаш закончим, то есть здесь дальше идут имена. Завтра мы продолжим изучать эту недельную главу. А я сейчас вспомнил такой анекдот, когда один парень услышал вот эту вот теорию, что то, что происходит с детьми, это следствие того, о чем думали их родители до рождения детей, во время зачатия и так далее. И он решил эту теорию проверить. И он звонит своему папе и говорит, папа, говорит, ты о чем думал вот до моего рождения, во время зачатия? Папа говорит, я не помню. Говорит, что откуда я помню? Это сын думает, ну хорошо, ты хотя бы помнишь, ты мальчика хотел или девочку? Вот скажи, ты кого хотел вообще, ребенка, мальчика или девочку? Папа вспоминал, говорит, сынок, говорит, я из того времени помню, что хотел только расслабиться. Хотел я только отдохнуть, расслабиться, вообще я про детей не думал, а получился сын. Теперь это анекдот такой, но по факту, если мы посмотрим на большинство случаев в жизни, и в позитиве, и в негативе, то это реализация ожиданий человека от своего будущего. То есть люди думают все время, и, к сожалению, многие думают о негативе больше, чем о позитиве. Теперь это то, что мы из недельной главы мы чуть посмотрели. Теперь, да, и интересно, что то имя, которое человеку дают родители, это как в момент рождения, это было как бы... Говорят, что это даже пророчество какое-то, что родители получают вот это имя, которое они дадут ребенку. Но дальше, вот интересно, что в той же Индии, например, да, в той же Индии люди, которые занимаются духовным ростом, каким-то духовным развитием, они на каждом этапе своего развития, они получают новое имя, которое соответствует их сегодняшним качествам, ожиданиям. И
Был такой психолог известный, звали его Эрик Эриксон. Его папу звали не Эриксон, маму звали не Эриксон, даже отчима звали не Эриксон, который его усыновил. А он себе взял имя Эриксон. Почему? Потому что имя Эриксон значит сын Эрика. Эриксон. То есть он говорит, меня зовут Эрик, и тот человек, который сейчас есть, это не сын моего папы, который бросил мою маму, это не сын моего отчима, которого я вообще ненавижу, это даже не сын моей мамы, которая ну, не могла определиться вообще по жизни, да, кто она и где она. А Эрик, который есть, это Эриксон, это сын Эрика. Я создал себя сегодняшнего таким, какой я есть, своими решениями. И это очень такая вот интересный взгляд. Хорошо, теперь дальше. И есть в Торе, я, чтобы закончить эту тему с именами, есть в Торе такой, как закон, идея такая, да, что меняющий имя меняет судьбу. То есть человек, который меняет свое имя, он в этот момент меняет полностью свою судьбу. И больному, который, например, выздоравливающему, да, если человек болеет сильно, то есть такая практика, что ему добавляют там имя Хаим, да, жизнь, или Рафаэль, значит, Рафаэль это ангел, который отвечает за выздоровление, Рафаэль, что Бог излечивает, то есть добавляет имя вот такое вот, какое-то жизненное имя, в которое есть жизненная сила, или просто меняют имя, что на другое, потому что, может быть, вот тому имени есть плохая судьба, а новое имя, это будет совсем другая судьба. Хорошо, теперь мы еще немного поучим Мишлей. 14 мая сегодня, 14 глава притчи. И здесь, значит, есть очень много в этой главе, длинная, в этой главе 35 отрывков. Я даже думаю, это самая длинная глава. Советую вам еще раз, закажите книгу и изучайте по одной главе в день. Я вам гарантирую, что если вы год будете изучать, вот за месяц вы проходите всю книгу, если по одной главе в день изучаете. Значит, вы 12 раз проходите всю эту книгу с карандашечком, с ручкой. Значит, вы подчеркиваете, записываете, что-то заучиваете наизусть. У вас меняется полностью программное обеспечение. Если хоть 1% мудрости царя Соломона перейдет к вам в сердце, в голову и поможет вам в жизни, у вас будет совершенно ну, другой уровень жизни. Теперь здесь в 35 отрывках есть очень много таких, которые прямо жизненные. Да, я очень люблю жизненные. Такие отрывки, которые можно сразу использовать. Значит, давайте посмотрим что-то такое полезное. Ну вот, например, есть 12 отрывок. 12 отрывок звучит так. Ешь дерек яшар лифней иш. Есть путь прямой перед человеком. Веахарита даркей мавет. Но его последствия это пути смерти. Значит, есть в Мишле еще несколько отрывков похожих. Суть такая, что путь человека прямо в его глазах. Да, то есть все, что человек делает, ему кажется, что он делает правильно, с хорошими побуждениями, но бывает, что его последствия это смерть, да, поэтому надо понимать, что легкий путь, он не всегда легкий путь, он хорош для человека. Дальше, вот есть, например, сейчас. Сердце названо. Ну, есть вот этот вот интересный 11 отрывок, тоже такой известная мудрость. Бет решаим и шамет. Дом злодеев будет уничтожен. В оль и шарим и фрех. А шатер, да, шатры-то жили как раньше в шатрах, таких как бедуины живут, да. Шатер прямых, он будет процветать. Это с милым рай в шалаше, то есть лучший дом... Лучше есть там кусок хлеба черствый, чем дом полный ссор. То есть здесь еще раз подчеркивается, что самое главное в жизни это твое внутреннее состояние, твоя внутренняя правильная система. Если у тебя шалом в душе, то тебе в принципе внешние обстоятельства, они не так... Счастье человека зависит не от внешних обстоятельств, а от его внутреннего состояния. И внешние обстоятельства – это следствие твоего правильно выстроенного внутреннего состояния. Это подчеркивается в Мишле везде. Дальше есть очень хорошая, еще здесь интересная такая, сейчас. Вот 13-й отрывок, да? 13-й отрывок, он такой.
Гам, бесхок и кавлев. Также во время смеха болит сердце. Вахарита симха, а последствия радости туга, грусть. Последствия радости грусть. Значит, здесь подчеркивается цикличная жизнь. И мы живем в том мире, в котором все время приходится выбирать. То есть приходится выбирать. Есть рождение, смерть, день, ночь, зима, лето. То есть нет ровности в этом мире. Нет и не будет. И весь вопрос в том, насколько ты умеешь быстро и легко выходить из темных периодов, из ямы, преодолевать сложности. То есть нет человека, у которого бы этого не было. Просто цадик, праведник, он 7 раз упадет и встанет. И вот никакая его сложность, она не может его сломать. Злодей, у которого он злодей по сути своей, по взглядам на жизнь, он 1 раз упадет и не встанет. Вот в этом разница между путей людей. Значит, и давайте... Сейчас, секундочку, что-нибудь такое позитивное. Так. Ну вот, например, 20-21 очень классные отрывки, 2. Они прям мудрость такая, что unreal. Вот послушайте, 20 отрывок. Гам лирэу и сане раш. Также ближнему своему ненавистен бедный. В Уавей Ашир Рабим. И много любящих у богатого. Значит, на первый взгляд мы читаем, думаем, что это такое. То есть, также для, даже для ближнего своего ненавистен бедный. Как так? Они его близкие. Почему ненавистен бедный? В Уавей Ашир и любящие богатого многочисленны. По-простому мы посмотрим, нет у человека денег, он никому не нужен. Это как бы простое понимание. Если у него много денег, то вокруг людей, которые ему льстят, которые рядом с ним хотят находиться, то есть даже вот я когда писал перевод, я любящих написал в кавычках, да, много любящих у богатого. Но это поверхностный взгляд. Теперь взгляд более глубокий. Кто такой бедный по Торе, кто такой богатый по Торе? Это не финансовое состояние. Богатый по Торе, мы учили в Перке, вот, что богатый это тот, кто счастлив своему уделу. Богатый это значит счастливый, тот, которому хватает. Он довольный своему уделу. Кто такой бедный? Бедный тот, кому не хватает. Раш это, значит, это тот, кому не хватает, да? Теперь, ну, ему может не хватать, если у человека есть деньги, ему не хватает, ему мало, мало, мало. Теперь человек, которому всегда не хватает и который хочет забрать у других, он даже ближнему своему ненавистен. Теперь тот, который богатый, да, у него много любящих, потому что ему хватает, а если ему хватает и он доволен своему уделу, он может поделиться, он может дать, потому что у него есть избыток. То есть здесь речь идет о состоянии души. Есть человек, который бедный, это состояние души, мне не хватает, я боюсь. Есть богатый, у которого, у меня все отлично, у меня все есть. Это то, что определяет отношение людей к тебе. Твое отношение к жизни определяет отношение людей к тебе. И 21 отрывок это доказывает, вот такое второе понимание. 21 отрывок звучит так. Бас лиреу хоте. Тот, кто пренебрегает своим ближним, позорит ближнего. Бас это, значит, презирающий, да, вот я здесь перевожу. Презирающий ближнего, значит... Хоте, он грешник. Умехонен анавим. Аним или анавим, есть 2 разных прочитания. Тот, кто любит добрый к бедным или к скромным, ашраф, он будет счастлив, это его счастье. То есть получается, что все зависит от того, как ты относишься к ближним. И вот есть самый главный совет. Человек, который хочет иметь хорошее отношение к людям, с людьми, да, чтобы люди тебя любили, помогали. Все хотят, чтобы люди любили, помогали. Нужно изменить в корне свое отношение к другим людям. То есть нужно по умолчанию установить у себя отношение к другим людям на уровне уважения, на уровне доброжелательность, желание помочь. И когда ты так относишься к людям, по умолчанию они поворачиваются к тебе своей лучшей стороной. Но если ты ненавидишь людей, презираешь, если ты с ними ждешь от них гадости какой-то, да, то ты поворачиваешь их к себе той стороной, которая самая у них темная и негативная. Как луна, у нее есть сторона, которая освещена, и сторона, которая темная. Теперь
Это очень важно, поработать со своим отношением к людям, к жизни. И мир поворачивается, мир — это следствие, мир — это реакция на то, какой ты. То, какой ты, как ты со Всевышним, как ты с людьми, все окружающий мир потом дает тебе как бы отдачу, ну, возвращает тебе то, что ты успел построить. Помните, мы учили ангелы, как Яков, который, сон Якова, лестница в небо. Каждый человек — это как лестница, где тело это стоит на земле, а верхушка уходит в небо. И ангелы поднимаются и опускаются. Каждая твоя мысль и действие — это ангел, который поднимается и опускается. Самое лучшее я вам сейчас размещу в телеграм-канале письмо. Письмо Рамбана своему сыну. Рамбан написал своему, был великий мудрец, написал своему сыну письмо, такое прям наставление. И вот если это письмо читать каждый день, то Рамбан пообещал, что тогда ваши молитвы будут услышаны. Вот я сейчас это письмо в телеграм-канале размещу. Попробуйте, почитайте его 30 дней каждый день. Оно занимает чтение 2, максимум 3 минуты. И попробуйте после урока, вот мы получили урок Торы, и попробуйте это письмо читать каждый день. Вы увидите, что ваши молитвы будут приниматься. Все, спасибо Максиму за прекрасное описание урока. Сейчас мы его, это описание, скопируем. И, значит, используем это описание. Если можно его написать в Телеграме. А, здесь напишем, да, в Телеграме писать нельзя. Все, всем прекрасной недели. Шавуатов, удачи, успехов. И хаяйхида, как можно связаться с лестницей в небеса. Это как раз дамир, вот это верхние уровни. То есть лестница в небо, это вначале идет нешама, потом хая и потом ехида. Это как раз верхушка уходит в небеса. Всем счастливо, удачи, до завтра.